Эконом, юридический, классический, медицинский. По городу прошли первокурсники всех высших учебных заведений Саратова. В общей сложности 10 тысяч человек. Пока студенты показывали себя городу, преподаватели собрали в театре юного зрителя. Для педагогов учредили специальную премию «Высота». Татьяна Александровна Ермакова учила отношению к женщинам. Она говорила, когда тебе дарят на сцене цветы, ну ты же мужчина. Рядом с тобой здесь стоит актриса, а тебе подарили цветы, а вручи ей, а уходя со сцены забери обратно. Понимаете? Это так здорово, это такое у вас тяжелейшее, важнейшее миссия, это, конечно, призвание. И ну, когда вам заниматься бизнесом, мои дорогие, бизнесы? Диплом, статуэтка и конверт. Правда, размер премий – тайны даже для лауреатов. Впрочем, преподаватель технического университета Анастасия Румнова говорит, для педагогов главное не призы и премии, а благодарность студентов. То, когда тебе говорят уже после того, как они сдали все экзамены, а спасибо, у вас было интересно. Если иногда еще говорят спасибо, это мне пригодилось, это было полезно, это вообще заставляет просто раскрыться и трепетать нашему сердцу преподавателей. Преподаватели поздравляли сплошь саратовцы. Вела церемонию выпускница театрального института Юлия Зимина, а пели педагогам саратовчанка Полина Гагарина и балаковец Денис Майданов. В этот раз на площадь решили пустить не только приглашенных, но и вообще всех желающих. Так что, если парадом по городу прошли 10 тысяч первокурсников, то здесь зрителей явно больше. По данным правоохранительных органов, в фестивале «Поехали» приняли участие порядка 25 тысяч человек. По сравнению с праздником для выпускников, этот получился более демократичным. Атмосферно очень, прямо очень атмосферно. Я как бы не местный, а и... После своего города, когда переехал, супер, все нравится. Мы уже знаем, что поступили, у нас спокойнее на душе, и поэтому нам гораздо веселее и радостнее. И легче чувствовать. Студенты гуляли до полуночи. Тех, кто утром опоздает к первой паре, преподаватели пообещали не наказывать. Анна Главчинская, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».